Здравствуйте, сегодня будет такой отзыв о еде с Айхерб. Это California Gold Nutrition Foods. Это рисовые чипсы с водорослей, с васаби. Здесь 142 грамма, без глютена, без ГМО. И вот такой вот вид, я, к сожалению, уже все съела. Но вот эти вот рисовые чипсы, они очень вкусные были, поскольку вот это васаби, оно такое, знаете, ну, кто любит васаби, тот поймет. С этим вкусом рисовые чипсы были отличные, но их лучше не есть все сразу, эти 142 грамма, поскольку потом такое ощущение от этого васаби во рту, знаете, такое, ну, напалая, но уже на подходе к этому. Вот такой вот состав, кому интересно. Мне понравился вкус и ароматы этих чипсов. Действительно, отличный вариант снека. Очень хороший состав, то есть то, что можно перекусить. Но я, к сожалению, эту вот такую упаковку большую, то есть если сравнивать мою руку, то есть она довольно большая, но она не сильно тяжелая, то есть они, рисовые чипсы, они довольно легкие. С собой, конечно, ее не очень сильно возьмешь, но дома для разнообразия. И, в принципе, оно более-менее полезное, то есть тут есть водоросли. Я, к сожалению, не живу возле океана или возле моря, чтобы очень часто есть морепродукты, но это тоже вариант того, чтобы чуть-чуть насытить свой организм очень близкими к морским продуктам, элементам. Продукт, кстати, Кореи написано. Я вам рекомендую попробовать. Там разные были. Я васаби взяла, поскольку я люблю такое более остренькое. Там есть еще с какими-то ароматами и вкусами. Не знаю. Но я взяла его по скидке, поскольку там уже срок годности подходил к концу. И, в принципе, мне очень зашло. Если будет еще на скидке вот такие рисовые чипсы, обязательно еще раз возьму. Интересует, пробовали ли вы эти рисовые чипсы или, может быть, другие какие-то снеки с Айхерба? Порекомендуйте, пожалуйста. И спасибо, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. Пока.